Здравствуйте, меня зовут Денис Писаревский. Я очень люблю сочинять музыку. Я хочу сыграть все мои сочинения. Мне 7 лет. Вот. И я хочу сочинения сыграть свои. Первое сочинение называется «Маленький марш». «Маленький военный марш». Сочинение номер 2. А сейчас я вам сыграю песню, которая называется «Война». Номер 3. Номер 4. Я недавно увидел по телевизору день рождения английской королевы матери. Я в честь этого тоже сочинил такую песню. Она так и называется «Танец английской королевы».
типа рвот. Я поэтому сочинил маленькую сертаки. Она так и называется. Которая называется «Шерлоцкий лес».